Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Снимаю четвертое видео своей клумбы в розово-красном цвете. И почему сегодня я вам показываю свое четвертое видео? Хочу показать вам, что на клумбе, которая сейчас покрыта цветущими примулами, их достаточно много, я сегодня утром обнаружила, что открылись и мои три тюльпанчика. Высаживала я тюльпаны граффити, покупала. Вот он, бокаловидный традиционный тюльпаны граффити. Но они меня как-то совсем не порадовали. Оказались они немножечко мелковатые и не такие, не такого цвета, более такого шоколадного, ближе даже к черному тюльпану. Поэтому я их буду пересаживать. Но тем не менее, на клумбу в красном цвете можно высаживать еще такие луковичные многолетние растения, как тюльпаны. И я их вам показываю. Можно выбрать и махровые. У меня есть красные махровые тюльпаны. Я вот эти вот граффити пересажу осенью в другое место, а на место этих тюльпанов Атила граффити посажу махровые красные тюльпаны. Спасибо.